этом году Звенигород участвует во всероссийском конкурсе по малым городам и историческим поселениям с проектом «Звенигород. Гостиный город». Территория проектирования представляет собой невероятно интересный прогулочный и туристический маршрут, который условно делится на несколько тематических частей – городскую, парковую, природную и заповедную. Благоустройство коснется комплекса улиц исторического центра Звенигорода, городского парка и Малинового оврага. Основная задача – не создать совершенно новое с нуля, а подчеркнуть в городе все значимое, востребованное и любимое.